Руководство благотворительного фонда «Металлург» отчиталось перед жителями правобережной части Орджоникидзевского района о результатах работы в 2017 году. Встреча проходила во дворце Орджоникидзе в торжественной атмосфере. Почетными гостями вечера стали члены попечительского совета, генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев, глава города Сергей Берников. Пообщаться с магнитогорцами прибыл и депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев. Подробнее расскажет Юлия Никифорова. Благотворительный фонд «Металлург» был организован в 1988 году. Вот уже 30 лет подряд он воплощает в жизнь социальные проекты по оказанию всевозможной помощи тем, кто в этом больше всего нуждается. Пенсионерам, многодетным семьям, беременным женщинам, воспитанникам детских специализированных учреждений. Только в 2017 году на эти цели было израсходовано около 648 миллионов рублей. Главный благотворитель ПАО ММК, он на протяжении 30 лет. Это наш главный благотворитель, который выделяет средства вот на реализацию программ заботы 21-й «Дети Нижнего Урала». Это Магнитогорский металлургический комбинат. Мы не только расходуем средства, которые выделяет комбинат и промышленные предприятия, но в то же время мы получаем гранты президента Российской Федерации. Вот за два года мы выиграли грант президента Российской Федерации на сумму 4,3 миллиона рублей. Они были реализованы в Центре реабилитации и в Центре материнства. Встреча с руководством благотворительного фонда «Металлург» получилась для ее участников очень информативной. Генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев рассказал гостям о результатах работы комбината в 2017 году, о новых производственных объектах, об экологической и социальной политике градообразующего предприятия. В 2017 году на работу пенсионерами, инвалидами, малообеспеченными категориями граждан мы через БОФ «Металлург» направили порядка более 200 миллионов рублей на эти направления и планируем такую работу продолжать. Глава города Сергей Берников свое выступление перед магнитогорцами начал с добрых слов в адрес руководства ММК фонда «Металлург» за помощь в поддержании социальной стабильности в Магнитке. Хочется начать с того, что сказать большое спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, наверное, сказать большое спасибо исполнительному директору фонда. Сейчас мы его заслушали, все его видели. Вот за то отношение человеческое, которое они оказывают всему нашему городу, не только работникам комбината. Депутат Государственной Думы России Виталий Бахметьев в своем выступлении напомнил магнитогорцам о важности предстоящих выборов президента страны. Это ответственность каждого из нас. Мы должны прийти на выборы и должны сделать этот выбор. Приходите на выборы. Берите с собой своих друзей, соседей. Надо выбрать сильного президента. По окончании торжественной части встречи вниманию гостей представили концертную программу, подготовленную творческими коллективами Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.